такой вопрос. Почему ты решил стать рекордсменом? Хорошо, спасибо большое. Вот недавно мне этот вопрос снова задавали. Когда я первый раз установил рекорд Гиннесса, у меня появилась новая мотивация, новое стремление стать вообще абсолютным рекордсменом. И сейчас стремлюсь каждый месяц установить новые рекорды Гиннесса. Надеюсь, в этом году получится около 10 рекордов установить. Вот так. Как долго ты готовился к этому рекорду? Если будет речь идти о стойке на руках отжиманиях, я это упражнение очень давно делаю, и получается, мне легко получается. И долгое время не пришлось мне готовиться, и около там, наверное, недели, и все получилось. А вот что касается с рюкзаком-утяжелителем, это для меня как бы новая категория. Я такое вообще раньше не делал, поскольку в Гиннесе есть возможность с весами рекорд установить. Я решил вот эту категорию тоже сделать. Конечно, в будущем уже будут с еще высокими весами, еще как бы легкими весами, потому что их много категорий в Гиннесе. Там можно 20 фунтов сделать, 40 или 60, или 100 фунтов, да, или 80. Вот так. Мне пришлось около там 2 недели подготовиться на этот рекорд, где я сделал отжимания от пола с дополнительным весом 60 фунтов. Да. Были ли у тебя травмы? Если были, то как ты с ними справлялся? Травма у меня очень давно есть, когда я занимался дзюдо, таким олимпийским видом спорта. И у меня локтевая травма, там я вывернул и сломал, да. И иногда мне тяжело бывает, я чувствую эту травму, да, дает о себе знать. Вот так, но как бы все получается, все хорошо. И надеюсь, еще в будущем все будет хорошо, и мне удастся там установить все эти рекорды. И плюс еще и профессионально себя проявить в спорте. Вот занимаемся мы воркаутом, это такой развивающий вид спорта. И в Москве, и в России очень хорошо развивается. Так что в будущем еще я буду стремиться к тому, чтобы в этом виде спорта тоже себя проявить. Но как бы первоначально у меня цель с помощью Гиннесса стать популярным, да, такой популярной личностью, да, потому что если у меня будет много рекордов Гиннесса, это точно мне поможет, поскольку еще и Гиннесс тебе помогает, чтобы ты в будущем стал популярным. Они тебя помогают в пиаре, да, там отмечают в Инстаграме, отмечают там в Фейсбуке, а у них миллионы людей следят за ними. Могут меня увидеть там 50 миллионов человек, например. Это, думаю, круто. И можешь себя развивать как личность. Доволен ты своим результатом сегодня? Я считаю, что можно стремиться еще к лучшему результату. Но на сегодня это неплохой результат. Если кто-то в будущем заберет этот рекорд, это станет причиной, чтобы я снова забрал, да. И вот еще такой момент, чтобы ты смог стать абсолютным рекордсменом, это неплохо мне поможет, потому что если мой рекорд забрали, мне дают повод снова забрать. Я не могу тот же самый рекорд снова поставить. То же самое не могу делать. Если кто-то заберет, вот тогда я могу снова идти за этим рекордом. Результат неплохой, надо. Планируешь ли ты еще в ближайшее время поставить какие-нибудь рекорды? Да, конечно, вот сейчас у нас вот такой момент, мы с другом, вот Арон сегодня тоже рекорд Гиннесса поставил. Сейчас у нас такой цель, мы сейчас стремимся работать с спонсорами. Почему? Потому что книга рекордов Гиннесса дает возможность с помощью атлетов делать еще и рекламу. Если какой-то бренд, продукт, там, не знаю, услуга, там, компания какой-нибудь будет сотрудничать с нами, мы можем их делать хорошую рекламу. Увидят там миллионы людей. И сейчас наше стремление, если будут спонсоры, мы готовы будем через месяц тоже сделать новые рекорды. Вот так. Какие бы ты советы мог дать будущим молодым спортсменам? Конечно, вот спортсменам вот самое важное, чтобы они никогда не сдавались. Если что-то у них не получается, надо знать внутри себя, в душе, что все можно преодолеть, если что-то не получается, да, и надо идти к цели.
спорта это дает возможность не только быть здоровым, да, но еще и дает возможность идти к какому-то определенному целю. Неважно именно в спорте стать чемпионом, да, это еще помогает, чтобы ты в каждом там, сфере себя чувствовал более уверенным, более сильным. Физическая сила немного помогает и морально себе. И более такой спокойный, такой самоуверенный. Вот так. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе, брат. Спасибо. И Лалыш ТВ, что вот всегда находитесь рядом, поддерживаете. И в дальнейшем, вот, надеюсь, вот, после вот, первых планов, которые мы сейчас это с другом представляем, как надо идти вперед, там, спонсорами работать и так далее. У меня вот в голове есть вот эта идея, я хочу сделать один рекорд, который будет с языческим флагом и называется Human Flag, человеческий флаг, такой рекорд есть. И мне надо будет, значит, на себе одеть футболку или будет это что-то, либо что-то другое, и буду держать это упражнение. 90 градусов себе надо держать, и на меня полностью будет языческий флаг. Я только надеюсь, что этот день будет очень скоро, и я сделаю вот что-то такое, и все будут знать, что есть такой народ, языческий народ. Несмотря на то, что это маленький народ, но этот народ сильный народ, они уже вот покон веков, да, сохранили свои корни, они готовы идти вперед, и в будущем они готовы создать СДХ. Да, мы все должны идти к этому, не надо думать, что вот если сейчас мы где-то уступаем, да, что-то у нас не получается, что и в будущем так будет. Жизнь может моментально все поменяться. Придет такой день, и все, и у нас все будет хорошо. Да. Надеюсь, что это будет очень скоро. Но надо, чтобы каждый из нас, каждый, кто сейчас смотрит, да, слышит меня, я надеюсь, что каждый человек сейчас внутри себя будет говорить, что я верю, что этот день придет. Мысли, они материальны. Надо верить в это. Возрасте занимался спортом любительски, отжимания, подтягивания, вот так занимался любительски просто. А когда мне забрали в армию, я служил в Армении 2 года, 18 до 20. Получилось, там надо быть сильным, и что надо, если хочешь стать сильным, надо заниматься. Вот, занимался 2 года, и в армии прямо установил 7 рекордов, в армянском богатырском книге записывали. Вот, а потом после этого у меня пришло желание установить мировой рекорд, Гиннес рекорд. Первый мой рекорд на брусьях отжимания. Какие у вас планы на будущее, постановление новых рекордов? На кольцах, выход на 2 на кольцах. 15 повторений – это текущий мировой рекорд. Я попробую установить более 15, там 16-18 повторений. И то же самое упражнение выходов на 2, выход на силе, на перекладине, 26 повторений. Хочу вот это тоже произойти, 28 повторений делать. Ну, по-дальнейшему это уже рекорды. В текущий момент я сегодня установил 2 пальцами отжимания за минуту 77 повторений. Какие бы советы вы могли бы дать будущим спортсменам, молодым спортсменам, тем ребятам, которые хотят тоже начать побивать рекорды? Все постепенно получается, друзья. Не надо торопиться, все постепенно. Без травм самое главное. Сон – это самое главное. Питание. И очень активно занимаемся спортом, чтобы передвигаться. Всегда надо быть лучшим. Первое место. Нету второе, третье. Если у тебя будет желание второе, третье, ты не станешь чемпионом. Двигаемся только к лучшему. Только первое место.